На свободу за интерес к книгам. 30 осужденных в Карагандинской области смогут выйти условно-досрочно, потому что любят читать. Все они стали участниками проекта «Чтение без границ». Прочитал 14 произведений за 2 месяца. Да, не все они большого содержания, но считаю, что подумать за эти 2 месяца было над чем. Идею проекта переняли в Бразилии. Там заключенные могут сократить себе срок на 4 суток за прочтение определенного перечня книг. Карагандинским сидельцам предложили список из 40 книг. Затем они должны были пересказать прочитанное, написать эссе с личными впечатлениями и ответить на вопросы комиссии, в составе которой прокуроры, общественники и филологи. Оценивали степень культуры чтения, осмысления, выделения главного, развитие личностных качеств. В проекте приняли участие 48 арестантов, из них поощрение получили 30. И как бы они с ней дружили, и...